Судебные приставы Башкортостана взыскали 9 миллиардов рублей задолженности по налогам, госпошлинам, административным штрафам и другим выплатам. Это на 800 миллионов больше, чем в прошлом году. Об этом телеканал РБК Уфа сообщил руководитель регионального управления Ильнур Махмутов. На начало этого года у приставов в работе было более 3 миллионов 300 тысяч исполнительных производств. На начало июля удалось закрыть порядка 1 миллиона дел. Напомню, что с середины июня заработали поправки в закон об исполнительном производстве. Они позволяют открывать производство по долгам автоматически с помощью специальной информационной системы. Предполагается, что это существенно позволит снизить нагрузку на приставов. У нас есть ситуации, когда лицо оплатило наложенные штрафы или там налоги, и при этом наша система, соответственно, видит это с опозданием. И вновь, опять-таки, решение об окончании производства при наличии такого факта оплаты принимает судебный пристав. А в этой ситуации, понятно, идет затягивание сроков. Где-то неволе могут быть сняты запреты, те же самые запреты на выезд за пределы Российской Федерации. А система, которая сейчас будет развернута, она позволяет почти в ту же секунду от банковской структуры кредитного учреждения получить информацию о проведенном платеже. Этот платеж привязывается к уникальному номеру начисления, соответственно. А в эту же секунду это начисление аннулируется, то есть долг погашен. У приставов также появится возможность более оперативно получать данные о неплательщиках. Поправки в закон дают ФССП право запрашивать у оператора связи номера телефонов должников. Компании должны предоставить информацию в течение суток с момента поступления запроса.